Всем доброго времени суток. Вы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас очень интересный видеообзор, хоть и краткий. Перед нами Hunter 250. Длинная база. Давайте подетально его разберем. Вот, посмотрите, какой красавчик. На очень серьезной шине. Так не терпится с нее начать. Огромные колеса 12 размера. Передние 25,8 на 12. Задние 25,10 на 12. Большой грунтозацеп, жирная шина. Монстр. В Хантере установлен 4-тактный двигатель принудительного водяного охлаждения. Мощность двигателя 21 лошадиная сила, 20,8 лошадок. С большими клапанами мотор. Радиатор с принудительным охлаждением. Датчик, вентилятор установлен. Давайте посмотрим переднюю подвеску. Помимо того, что спереди установлены гидравлические тормоза, здесь независимая подвеска рычажная. Также мы видим, уже установлены в квадроцикле стойки. Стойки регулируются лифт. Жестче, мягче. Очень интересно. В стандартной комплектации нужно заметить, есть лебедка. Лебедка достаточно серьезная, хоть и указывают, конечно, что там 2 тонны, но врут, конечно, немножко на тонну. Надо сказать о том, что масса квадроцикла без малого составляет 170 килограмм. Это длинная база, то есть 5 своих масс лебедка спокойно вытягивает. Смотрится очень прилично. Спереди стоит серьезный очень бампер металлический. Дополнительное освещение, туманки. В разные стороны можно разворачивать. Достаточно удобно. Надо сказать о том, что это длинная база. Среди 250-кубовых квадроциклов это максимально длинная база. Hunter вообще очень много сюрпризов у него. Помимо того, что он на водяном охлаждении мотор, также он стоит уже в передней подвеске, уже стойки установлены. В стандартной комплектации имеется дополнительное освещение и установлена достаточно мощная лебедка. Также можно заметить, что у нас заднеприводный квадроцикл. И это кардан. Задние колеса крутит мост, который от двигатель сообщен к карданом. Вот такой вот лифт у него. Все сделано достаточно серьезно, уже как с запасом прочности. Задние тормоза тоже гидравлические. Шар установлен в стандартной комплектации. Можно прицеп, стандартный прицеп, даже автомобильный буксировать. Тяговая мощность техники составляет 500 кг. Вот так вот выглядит панель приборов. Механическая плюс электронная часть. Защита рук, зеркала. Для заднего пассажира спинка дополнительная. Надо сказать о том, что двигатель оснащен механической коробкой передач и реверсом, то есть с задней передачей. Двигатель. Коробка передач имеет 5 передач, достаточно большой диапазон и по скорости, и по нагрузке.
Я специально начал снимать его рядом с полноприводным длиннобазым квадроциклом, чтобы можно было понимать, насколько эта 250-ка большая. Это очень важный фактор, что многие ищут малообъемную технику, но чтобы был большого размера, было, чтобы удобно было сидеть. Вот это как раз этот вариант. В стандартной комплектации еще имеется сигнализация, чтобы никто не уволок. Бак большой, на 8 литров. Обычно там 4-5, здесь побольше уже. Вот такой вот супер аппарат.